Всем доброго, хорошего, отличного вечера, отличного настроения. Сынуля Красотуля принес железяку. Это у нас кусочек профлиста. Так как у нас нет адреса, мы люди без адреса, я решил сделать название улицы и название дома. Нашел такой толстенный профлист, кстати, я обшивал раньше фронтоны белые с него. Уже много лет, ему хоть бы хны. Сейчас мы лишнее вот это уберем, белого цвета. Лежал, конечно же, под дождиком, под снегом. Размечать я ничего не буду, то есть знаки. Я буду выпиливать так. Сперва хотел развернуть и начать с этой стороны выпиливать, чтобы не запоганить вот эту сторону белую, которую мы потом водичкой хорошо обмоем. Но вот что у нас получается. Если я начну вырезать отсюда, получится у нас зеркально. То есть получится зеркало зеркально, как вот в отражении. И надпись будет читаться не слева направо, а справа налево. Поэтому я буду все-таки с этой стороны потихоньку болгарочкой подложу, болгарочкой буду отрезать пазики. Не знаю, как буквы еще расположатся. Будем крепить потом мы ее не на сам дом, потому что дом далеко стоит, а рядом с входной дверью. Просто адрес. Ну что, делаем по чуть-чуть сейчас. Сперва тряпочкой вычищаем. Очищаем и пилим. Все, начинаем. Тама. Ну все, ребята, идите. Иду. Мама, пошел поливать, иду. Че? Где? Не знаю. Я поддела, сначала она... Я ее не кидал. Лопнула. Надо лику покупать. Блин, лопнула лика. В общем, лопнула лейка. Ни раньше, ни позже. Можно ее, конечно, запаять обычным этим нагревательным, сделать шов. Блин. Ну поливай, я вечером погляжу, может ее за это. Чем я помаленьку полью, вот здесь вот, потаскаю. Лопнула лейка. Да, забота у нас еще одна появилась. Закрепим нашу железяку на большой доске, на доске. О, доска, надо ее ровно положить. Кидаем ее сюда. И края там саморезами. Для чего это мы делаем? Чтобы она у нас, когда будем вырезать, не отмечать, туда-сюда не прыгала. Стоит.
Так, ну в общем, ребята и девчата, вырезал я надпись. Вот она. Так выглядит. Так вот выглядит надпись. Так, теперь что мы делаем? Теперь нам надо вот что. Это уже будет завтра. Мы ее отшоркаем, отмоем. Вот эту надпись. Сейчас я буквы все сложу, пойду домой. И завтра не будем сразу уже загоняться саморезами. Надо будет просверлить дырочки, чтобы ничего не гнуть. И покрасить вместе с саморезами надпись. Может отмыть, оставить белый. Потому что профлиста, по идее, нормальный. Ну все, складываемся. Василич, а что ты делаешь? Да вот спагетти отварил. Чесночку добавил. С чесночком, с молочком? Нет. Взял я сюда масло сливочного, чесночок, все это. Ага. Доварил, не сливал ничего, все. Видишь, нормально. Ну и кефирчику. Это кефирчик. Да. Ну, в общем, приятного аппетита. Угу. Вот уже, ребята, и доброе-доброе утро всем. Буду я заделывать лейку. Можно, по идее, было... Здесь вот такая трещина. Вот она большая. Вот она прямо шлопается. Здесь. Короче, вот пластик. Имеет свойство на солнышке за сезон, за 2 года ссыхаться. Во, у нас получается. Вообще прямо тут щель щелью. Прямо. Можно, конечно же, было заделать битумом. Замазываешь битумом не снутри, а снаружи. И также можно было бы заделать двухсторонним скотчем. Здесь еще трещина идет. Но... трещины пойдут, они все-таки пойдут, они раз-два и пойдут, и побежит все. Я взял такой пластик, такой старый пластмассовый уголок, сейчас порежу на кусочки, нам понадобится что-нибудь металлическое, разогревательный элемент, вот он, разогревательный элемент идет, ну, любые эти. Буду отрезать кусочки и одену перчатки, будем нагревать и будем замазывать щель. Попытаемся так сделать, потому что выходом битумом двухсторонним скотчем я не вижу, трещины пойдут дальше. Это как у лобового стекла, надо просто остановить вот это все, запаяв, трещины не шли. Пока посмотрим, покупать не покупать лейку, может ее еще на сезон хватит, буду делать. Thank you.
сделал я вот такие заплатки. Все, они прям прилегают плотником. Щелей нету. Но мы на всякий случай замажем сверху силиконом. То есть оно не будет расходиться теперь в трещины ни сюда, ни сюда, ни сюда, ничего оно не пойдет. Не нашел пластик поменьше, пришлось растапливать. Он же как камень впитывается. Впитывается прям в эту лейку. Идет. Сверху сейчас полирну силикончиком. Во. А тем более же, когда лейку опускаешь в бочку, она же еще и стучит. А края, все. Так что сейчас будем силикончиком сверху полирнем и все. Готово. Замазал я, ребята, это все черным силиконовым герметиком. Герметик черный силиконовый, все. Теперь будет как новое. Все. Ни щелей, ничего нет. В общем, девчата, отмыл я нашу надпись, водички помыл, выложил на доску. Так вот она выглядит. Я вот думаю, красить и чем красить. Также мы будем засверливаться. Так все выглядит. Блин, если на дом прикрепить не видно будет, будем делать с улицы. Тогда с улицы место позволяет. Сделаем с улицы как раз вот такое расстояние в самом начале входа. А с улицы не будет видно. Если на дом он туда замасрачить на угол, то видно не будет. Придется вот в этом месте. Вот у меня кусок забора, вот он внутри моего участка. Вот он идет. Ветер опять. Это еще вот туда снутри замастырим. Ветрище что-то вылез опять, не раньше, не позже. Только сынуля красотуля начал снимать и поднялся. Было тишина, чем ребята и девчата. Как-то давненько, много лет назад, я крашу вот такие саморезы. Тоже белого цвета. От шола фронтон я уже рассказывал. Теперь надо высверливаем дырочки. Сверливаем. Это для того, чтобы нам не гнуть потом буквы. Высверливаем по нескольку дырочек в нашей надписи. В общем, ребята и девчата, прикрутил я на наш забор такую надпись. Во, мы ее потом покрасим, окрасим. Прикручивал на саморезы. Опять машины ездят, надоели. Вот один за одним. Не дают поснимать, сынуля красотуля. Так. Во. Краской белую я не покрывал, ничего не делал. По идее, надо было с баллончика краской промазать. Ну ничего, видно. Видно. Вот с дороги едешь. Сирень. Все как надо. Все как надо, все отлично. Все, идем домой. Идем домой. Так все выглядит. У нас на угол дома туда не это. Там будет не видно. Сейчас зайдем, там что-то мамуля красотуля будет готовить. Мы покушаем. Отснимем. Там ролики. Будем чем-нибудь еще заниматься. Вот так сделали мы быстрое полезное дело. Кексики поставим. Ну ладно, зашел я домой. Нет, ешь. Мы с мамой приготовили салат. Ешь, сейчас я попробую. Приготовили салат, короче. Пока поснимали здесь.
У нас отварные кальмары, одна лапша, лапши быстрого приготовления в масле. В общем, с кальмарами мама вчера еще возилась, их чистила, отмывала, вычищала, столько в них всякой бяки. Так, отец приготовил, пожарил тоже утром рожки. Сейчас попробуем. Здесь, кстати, еще огурец, майонез, яйца. Салат, в принципе, выглядит-то неплохо, по идее. Ну и выглядит, и на вкус, я думаю. А перец не добавляли. Хороший салатик. Кстати, время у нас 12 часов почти доходит ровно. Ну, я еще не завтракал. Там надо будет рожек наложить. Накласть. Кальмары отварила, мелко постругала. Живая. На улице духота. Кошкам налили супик. Утром дал опять сухих этих. Они помаленьку все равно едят. С собаки сухого корма. Постепенно YouTube, я думаю, в течение полгода закроется. И все сервисы Google на территории России. Вчера узнал, все-таки, смотрите, есть дочерние компании в каждой стране у Google. Google — это YouTube. И на территории России тоже есть. Так же, как посольство, прочее. То есть, они работали чисто по вопросам русский Google, ну, вот этот офис головной, работали чисто по это, ну, с Россией, с Российской Федерацией. Долгов им навешали больше 7 миллиардов рублей, короче, миллиардов, не миллионов, миллиардов рублей, из-за того, что компания Google не отреагировала на советом, ну, предписанием Роскомнадзора Российской Федерации. И поэтому они решили обанкротиться, закрыться. А вот эти каналы, что первый, второй канал, федеральные каналы, YouTube именно забанил. YouTube это есть Google. А Google находится сервера, головной офис сервера, где хранится вся информация, именно в Соединенных Штатах Америки. Ну, я думал, этого не будет. Google не будет выплачивать долги из-за вот этого, из-за исков, из-за всего. Он просто скоро перестанет действовать на территории России. Тут не надо думать ничего о таком. Я хоть и похож на такого смазливого дурачка, но чем дальше, тем хуже. Знаете, в связи с какими событиями, о которыми не говорю с вами сейчас, вы все знаете. Ну, я так думаю, Ютуба на территории России уже больше не будет. Я почему-то уверен на 90% в течение полугода. Вот так вот. Это говорит о том, чтобы переходили на свои площадки местного значения. ВКонтакте, Дзен. Дзен выкупил Контакт и Рутуб. Ну и там еще пару платформ. Не знаю, у меня настроения нету. Чем дальше, тем хуже. В общем, сынуля, красотуля, полялякал. Салатик получился отменный. Хороший. На улице солнышко. Будем заниматься своими делами. Ладно, ребята и девчата. С вами был Ильич. Ну, настроение такое, так себе. Я все-таки не оптимист, не пессимист, а все-таки реалист. Реально смотрю на вещи. Как-то так. Ладно, ребята и девчата, с вами был Ильич. Всем пока-пока. Подписывайтесь на простой канал Подвал Ильича, на Яндекс.Дзен и на Рутуб. Кстати, на Ютубе стримить я не буду. Запустился на Рутубе. Потому что ролики также на Ютубе будут выходить, они и выходят, будут выходить, но стримить буду либо на Яндекс.Дзен,
либо на Рутубе. Но мое сугубо радикальное мнение индивидуального гражданина с паспортом РФ. Google в дальнейшем времени и YouTube перестанет действовать на территории Российской Федерации. Это мое личное мнение. Процентов на 90 я уверен. Все, переходите на свои местные площадки и смотрите, смотрите, смотрите. Самое главное, чтобы под этот шумок не почистили сервера. Почистят, удалят аккаунты вместе с информацией. Освободится много терабайт места свободного. Это плохо. Ну все, всем пока-пока. Салатик получился отменный. Всем пока-пока.